отставке Саркисян Елена Гургеновна. Особенностью службы пограничников на контрольно-пропускном пункте является то, что пограничник имеет дело с паспортами граждан различных государств. И каждый раз, ставя дата-штамп в паспорте гражданина, принимая решение о пропуске и непропуске, пограничник принимает решение о действительности этого паспорта. А для того, чтобы принять это решение, нужно обладать, правильное решение, нужно обладать большими профессиональными знаниями. Еще сложностью службы на контрольно-пропускном пункте является то, что служба, она круглосуточная. А вы знаете, что ночью служить, исполнять обязанности по службе гораздо сложнее. С какого года вы проработали? Именно здесь, в аэропорту Свартноц, с декабря 2003 года по май 2004 года. Да. До этого работали в других странах? До этого... Ну да, также с 92 года я... А расскажите, какие особенности здесь работают пограничников? Вы знаете, какие я особенности какие хочу отметить? Значит, когда я из мигрантского пограничного отряда перевелась сюда, в ОКПП «Свартноц», была очень маленькая укомплектованность, 60 человек плюс-минус, да, и российские пограничники, они служили с огромной нагрузкой, они выходили на службу сутки через сутки практически, ну как-то так, вот, ну и люди, тем не менее, служили добросовестно, не жалуясь, и, ну а потом, вот, укомплектовали в 2004 году, в марте месяце укомплектовали, побольше стало пограничников, и как-то вот все наладилось. То есть вы застали момент, когда армянский принципал пограничники присоединились? Или это уже было позже? Да, нет, это было позже, это было позже. Но они же где-то в 2006, да, по-моему, я уже ушла отсюда. Да, при мне. А в чем вы вот работали и на обычной, скажем так, погранзаставе, да, насколько я понимаю? Ну, и работали я начинала вместе, да, с мужем на обычной погранзаставе. Где сложнее, где по поводу особенностей, какая разница, допустим, у них? Вы знаете, свои сложности и на пограничной заставе, и здесь просто круглые сутки, пограничники круглые сутки несут службу и на пограничной заставе, и в аэропорту. Это круглосуточная служба, поэтому я даже не знаю, где тяжело. Я служила на пограничной заставе вместе с супругом, он был начальником заставы, заместителем по воспитательной работе. И поэтому здесь, вы знаете, особенность, особенно в аэропорту, какая самая главная особенность? Ты все время на острие ножа находишься, ты в любой момент должен быть готов задержать нарушителя государственной границы. Как вы считаете, армянские пограничники смогут без российских уже полноценно осуществлять службу? Я надеюсь на это. Я думаю, что вот эти годы, которые они несли в совместную службу, я думаю, что российские пограничники полностью передали им весь свой опыт, профессионализм. И надеюсь и рассчитываю, что так и будет. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы эта совместная служба, она продолжалась. Какие все эмоции такие сегодня есть насчет этого мероприятия и сегодня русские? Ну, конечно, грустно уходить, потому что все-таки почти, как сказали, 55 лет. В 69 году был образован контрольный пункт пропуска Ереван. Грустно, конечно, но жизнь продолжается. Главное, чтобы не было войны. Это самое главное. Большое спасибо. Пожалуйста.